Всем привет! Ребята, как вы знаете, в прошлом видео мы построили огромный картонный дом для миллионера и очень-очень маленький дом для бедняка. Будку. И сейчас на Цуефа мы скинемся, кто в каком доме из нас будет жить. И поделим, наверное, животных, да? Ну да, ну давай. Кто выигрывает, тот живет в доме миллионера. Кто проигрывает, тот живет в доме бедняка. Цуефа. Нет, давай переиграем. Я не хочу. Зая, так обидно. Такая будка. Нет, а ты еще такой большой. Ой, как обидно. Так бы в большом доме жил. Ой. Ну, слушай, посмотри на меня. Я огромный. Как я помещусь в эту будку собачью? Мне пора заселяться. Мне так жаль. Ребята, ну это же не серьезно. Она мухлева. Она нечестно играла в Суефа. Ну, по-любому. Пойдемте в наш с вами хороший дом. Кстати, кто из животных пойдет со мной? Ты кого хочешь с собой взять? Я беру Бильку и Ариэлу. Отлично, Миша взял Билю и Ариэлу. Он их выбрал, потому что их нужно меньше всего кормить, а у него денег особо нету. А вот я беру с собой Кевина и Сладуна, потому что они кушают много, а я себе это позволить могу. Поэтому... давайте не терять время, заселяемся. Кстати, да, если вдруг тебе нужно будет расправить ноги, потому что затечешь сидеть в одном положении, можешь постучаться, мои дворецкие тебе откроют. Нет, спасибо, обойдусь. Я, пожалуй, открою свою норку и просто выкину ноги на улицу. О, заселяемся? Да, Реш, только ты как-то очень оптимистично настроена. А что такого? Подожди, это что, не дом миллионера? Это будка. Я даже не знаю, как я сюда пролезу вообще. Сейчас она сломается, пока я сюда залезу. Я чуть цветок не взял, у меня тут даже цветок есть. Я на выход. Миш, извини, пожалуйста, но я больше не твоя кошечка. О, здрасте. Здрасте. Не повезло, это вообще не то слово. Ребят, в общем, мы попали в такую берлогу, что у меня просто слов нет. Во-первых, здесь воняет. Я не знаю, это Билли пукает или здесь просто несет чем-то. Но вот эта коробка для Ариэлы явно с помойки была занесена в этот дом. Здесь есть цветочек. Он выделяет кислород. Это, наверное, единственная приятная новость. Надеюсь, что он будет поглощать Биллин пукерий. Пап, ну хай уже. Хоть пукать, потому что... вот. У меня зато здесь есть вафли, старый телефон. Я надеюсь, он хотя бы заряжен. Телефон, кстати, включился, ребята, смотрите. Видео. Ну-ка. О, смотрите, здесь, наверное, даже мегапикселя нету. Даже 0.3, наверное, нету. Посмотрите на это качество. Пап, а ты можешь провести рантур по нашему дому, а то я боюсь потеряться. Очень смешно, Билли. Я предлагаю тебе почитать инструкцию от пылесоса. Это все, что нам сюда положили. Да ну, папа, мы так долго строили дома, что я безумно хочу есть. Я же не знал, что нам этот достанется. У нас есть что-то из еды? У нас есть доширак и вафли. Ясненько, я буду вафли. А ты мог бы немного подвинуться, а то мне места не хватает. Ха-ха-ха, Биля. Куда мне подвинуться? У нас дом трескается. Ты че? Миш? Чего орешь? Я как-то вас не вижу. Может быть, ты поставишь мою коробку вертикально, чтобы мы хотя бы могли общаться? Или у нас по высоте тоже есть ограничения? Ореш, у нас повсюду ограничения. Я вообще не знаю, как можно было попасть в эту будку. Мне кажется, сюда должна была Зверомама попасть, а не я все-таки. Ореш, теперь у нас есть холодильник. А где он? Ты в нем сидишь. О, нерабочий типа. Ну да. Слушай, мне как-то тут не нравится. А можно еще раз жребий кинуть, чтобы я к Лере пошла? Ой, Реша, я тут начинаю засыпать. Здесь очень душно. В такой маленькой коморке. Пап, ну прости, просто ты понимаешь, я расстроен. Из-за этого это происходит. Да опять ты, Билли. Сколько можно пукать? Давай уже кушать. Кушать? Заварим наш доширак и сочненько отобедаем. Биль, чем ты будешь заваривать доширак в будке? У тебя что, нету кипятка? Откуда у нас тут? Ну, папа. Это вот там в хоромах можно кипяток найти. А у нас доширак в сухомятку. Ну, папа, там мама от смеха ссала кипятком. Может, она немножко плеснет? Я думаю, что она там уже разжилась слишком, Биль. Жадная стала, наверное. Ну, давай попросим у нее.
Ну, давай попробуем. А докричимся ли? У нее-то в этом в доме есть система, как она называется? Ну, короче, заглушение слышимости, ты понял? Шумоизоляция? Да-да-да. Наверное, тогда нет смысла, Биль. Что там происходит у них? А заселение в дом богатого и крайне успешного человека успешно произведено. Я сижу в своем лакшери картонном доме, у меня рядом вся техника. И чтобы вы понимали, у меня здесь даже есть видеоняня, и я могу следить за своим ребенком. Единственное, пока мы строили эти дома, я жутко проголодалась. Я так хочу есть, что просто не могу. Кажется, я совершенно забыла купить к себе продукты домой. Слушайте, я, наверное, закажу что-нибудь. Может быть, мне заказать суши? Или... Да, знаете, я, наверное, закажу суши. Добрые роллы. Самые дорогие, что есть у вас в меню. Спасибо, деньги оставлю у двери. Картонный дом миллионера единственный в Москве. Спасибо. Котики скоро привезут наши суши, мы сможем вкусно покушать. Ого, неужели мы будем есть роллы? У меня такое ощущение, что я не ела их 100, наверное. Я тоже не ел, только не 100, мне столько еще нету. Ты к словам придираешься, папа Кевин. Ты будешь роллы? Я буду, конечно же. Кажется, привезли наши роллы. А, ура! Магадабл. Сейчас кушать будем, скорее. Подвину стол на середину, чтобы мне было удобно кушать. Остаток денег запихну туда. Я как раз забыла купить салфетки домой. Сейчас будем есть и вытирать ручки. Так, технику пока что складываем вниз и распакуем еду. Так, ну что же, ребята, я могу приступить к своему ночному или очень раннему завтраку. Поставим соевый соус и имбирь. Это то, что я люблю. Котики, идите к столу. Тише, блин, сладун. Просто расплескал мне мой соус. Сладь, смотри. Ты будешь? Я буду, да. А куда мне положишь? Я оставлю тебя прямо здесь. Я понял. Ой, блин, у меня все развалилось. Вот хочешь кушать как миллионер вкусно, то получается вот так вот, как бедняк. Нет. На рыбку тебе. Котики, в меня больше не лезет. Фу, мама, ты что, суши заказала? Сладь. Это магадабл, как вкусно. Давай уже, кушай. Вот, смотри, я тебе нос намазала, видишь? Нет, это не по мне, слушай, суши не мое. Вот как можно было кушать и насвинячить так, что весь стол теперь уделан? Ну, это же невозможно. Фу, теперь неприятно тут даже находиться. Сладь? Сладя, на игрушку. Биль, давай горе будем заедать. Папа, ты сказал, давай будем, а не будешь. Почему ешь ты один? Тебе еды не положили, блин. Нам надо, чтобы я был в порядке. А в чем? Я тебя выведу. Ну, папа, мне надо поесть, дай хоть кусочек. Это мне? Угу. Хозяин, ты такой щедрый, спасибо большое, ты самый лучший на планете. Миша, а из-за того, что у меня гастрит, ты мне не дашь, правильно? Это только лечебный корм. Ну вот, так и думала. А ты хоть его взял с собой? Биль, папа.
Опять? Извини. Что ты творишь? Пап, ну прости, я как это называется, перенервничал. Биль, ты не перенервничал, ты перепердил. Я не могу больше это вообще. Откройте срочно дверь в этот дом. Ах. Биль, открой. Ох, ребята, ну что, я очень вкусно покушала. Котики тоже съели одну сушенку на двоих. И поэтому сейчас я, наверное, хорошо проведу время за просмотром какого-нибудь фильма. Или, может быть, даже начну смотреть какой-нибудь сериал. Открываю свой компьютер. Давай, Слади, иди ко мне, будем вместе смотреть. Слушайте, я думаю начать смотреть сериал «Мажор», потому что я очень давно хотела его посмотреть, и у меня все время не доходили руки до этого, мне было жалко времени. А вот сейчас я считаю, что самое время для того, чтобы начать это делать. Только вот я не знаю, где посмотреть. Так, смотреть с рекламой. Ну ладно, будем смотреть с рекламой. Только это, блин, второй сезон. Помогите мне найти. Вот бедняк, который живет в соседнем доме, наверняка знает, как мне найти. О, на Ютубе есть. Короче, начнем со второго сезона. Я знаю, о чем там будет. Котики, я совсем забыла про вас. У меня же для вас тоже есть развлечение. Давайте уберем видео няню и наушники. Опа. И поставим вам вот такой вот турель. Опа. Ну что, пойдем, пап? Да не знаю, это как-то для котят. Для каких котят? Давай погнали. Сейчас упустим все самое веселье. Сладя, ты не можешь найти вход? Иди, я помогу тебе. Вот он, смотри, вот он, заходи. Ау! Слышь ты, ты что такой дерзкий тут вообще? Такой классный мой. Ребята, уже достаточно поздно, я посмотрела фильм, захлопываю крышку своего ноутбука и собираюсь ложиться спать. В моем картонном доме, как ни странно, очень жарко. Я забыла позвонить рабочим, чтобы не установили мне кондиционер, но, наверное, завтра уже эту проблему я исправлю. А сейчас я ложусь спать, ведь у меня есть такая замечательная подушка, на которой нереально удобно. Кстати, Кевин, ты можешь лечь со мной. Ложись, ты куда? Кот, кот, останься. Кот, здесь удобно. Ты не думай, что здесь неудобно. Здесь на самом деле удобно. Хочешь, ляг на меня. Эй, эй. В доме миллионера всем котам удобно. Ты куда пошел? Мама, я буду спать вот здесь. Мне тут будет комфортнее. Эй, кто там ходит по моему ноутбуку? Хотя пофиг, я же могу купить новый. Но, эй, ты, когтистый. Пожалуй, уберу его в чехол. Блин, не могу спать, когда такой яркий свет. Может, поменьше сделать? Не, еще. О, огонь синенький. Пап. Return the robot over. Use a small screwdriver to separate the axle and the tire. Пап, Дайер, это смертник? Нет, нет, Бит. Тайер. А это что такое? Миш, ну мне пипец как скучно, я не могу уже больше, я смотрю в стену и слышу звуки из дома миллионера. Давай сходим к ним в гости, здесь вообще делать нечего. Ореш, давай лучше прочитаем про то, как тряпку мыть правильно. Пап, да ладно, ну это правда фигня. Блин, ну когда мы здесь сидим так долго, что еще здесь делать? Спот клининг, угу.
Ой, Билли, я уже не могу, я спать хочу. Да, пап, есть такое дело, просто в доме очень душно, я тебя понимаю. Прекрасно понимаешь, да, Билли? Кто создает дополнительную духоту? Нет, Миша, я ничего не создавала, я вообще как сижу, так и сидела на месте. Я не знаю, тут даже ноги некуда положить. Я думаю, что даже бесполезно вытягиваться. Я попробую как-нибудь вот так вот устроиться, как будто на парте засыпаю. Ладно, только ты не упадешь на меня башкой, а то я боюсь. Надеюсь, Билли, давай тогда вот так. Нет, слушай, ну так что-то совсем неудобно. Билли, я так больше не могу, у меня появилась идея. Ну-ка. Давай проникнем в дом миллионера незаметно. Возьмем все, что там есть, что может пригодиться нам здесь в быту, и обратно вернемся сюда, запремся, чтобы никто не увидел, что мы это взяли. И зверомамы даже ничего не узнают. У них же куча денег там теперь. Пускай новые вещи себе копят. Слушай, точно, если мы выкрадем хотя бы компуктер, то мы сможем с тобой фильмец какой-то глянуть и не заметим, как 24 часа в этом доме у нас пройдут. Так вот, и еще я предлагаю, знаешь что? Ну-ка. Электричество украсть у нее. Не-не-не, ты чего? Это перебор, она же заметит. Ну как заметить? Мы просто раздвоение сделаем. А, ты в этом плане проводок? Да, да. Ну, хорошо, давай, ладно, погнали. А как мы это сделаем, если дверь всего одна, вход всего один, и она по-любому это запалит? Мы сделаем это ночью. Ладно.